Всем привет, друзья, гости канала. Сегодня будем играть в игру Камень Хранитель Симулятор 2018. Продолжать играть, ребята. Будем развиваться потихонечку. Ну что же, так. Дальше. Сейчас, ребята, взял ребята. Пять, ребята. Знаете, задание вот такое, ребята. Я такой взял, называется Слем Керан. Это задание, ребята. Все, ребята, надо будет брать это задание обязательно. Я как, ребята, даже не выходил. Такая игровая задание сама в игре типа сделано. Сразу забыл. Так, ладно. В общем, ну что же. Машина такая страшная, целая ржавая, вообще очень страшная машина, ужас просто. Тебя ржавая, некрасивая такая. Двери, так, смотри, так себе, конечно, тоже вот такой, смотрим довольно. В общем, человек смотрит его машину свою, так, ладно. Двери подходим, так, я купил этот автомобиль от знакомого, которому срочно нужны были деньги. Он уверяет, что автомобиль справен. Но что-то странно. Тянет его правого и еще этот странный запах. Как будто шампионов. Из того, что я помню, он занимается офисной работой, а не торговлей. Во всяком случае, поверь, что не так. Приведи его в состояние возможной эксплуатации. Хорошо. Все не найдено. Приспавливать, ребята. Задание. Это нужно проходить. В любой момент, в принципе. Хотел, конечно, не бать сегодня. Но все равно, ребята, придется нам это проходить задание. А раньше, позже. Так, где сделано? Специальные задания, как бы. Прохождение игры. Как бы задания какие проходить надо. С тем же одно дело пока все такое еще. Надо будет раньше, позже надо будет взять эту машину. Ну что же, ребята, так. Так, приходим сейчас. Старт автомобиль, так. Тестовый трек. Так, тестовый трек сейчас попробую, мне интересно просто. Я не попробую. Так, идем на тестовый трек сейчас. Вот, в принципе, такая яма, в принципе, сейчас будем тестировать машину нашу. Аж как-то так, видите, такая страшная, так как-то. Будем сейчас тестировать так. Тестовый стенд, где? Вы точно хотите начать путь тест? Так. Ну, конечно, не очень так досмотрено, конечно, салон так себе. Но все нормально, в принципе. Успеете мотор вообще капец, да, ужас, разрежь. Да, он купил машину с другом, это знакомый, то есть продал. Thank you.
блок, сайлентблок, сайлентблок, вентилируемый тормозной диск, суботормоза, нижняя подвеска, Так, точно. Что дальше? Так, такой, ребята, тестовый стенд. Вот так, ребята, работает этот тестовый стенд. Это классно, в общем. Так, ладно. Закрываем тут двери, чтобы никто не зашел бы. Что там, уникал бы поводу наш. Все. Вы вообще красота. Дальше, ладно, идем сейчас сюда. Пересмотрим. Сайлентблок, надо заменить сайлентблок. Так, ладно, понимаем, это страшная машина, блин. Да, человек, конечно, купил машину, такой посоветовал купить, но это нормально. С виду, блин, я же сразу не покупал бы, смотрите, какой. Айот. Ужас, ужас. Ужас, подвеска. Проверить, смотрим, так. Он заменять, короче говоря. Полностью эта система все. В херню всякую пошла. Сколько мода снимаем? О, да. Просто зашибись. В общем. Ребята, вон всегда полностью часть пошла. Можно и колодки или все. Так, ладно. Идем. Потому что это вы знаете, потом не спутаться. Так. Что не надо. А, блядь, не продать. Ведь знаете, в принципе, не нужно. Что я тут держу. Тормоза надо мне, турные колодки, интересный тормозной диск. Он все по тормозам все. По дискам эти. Зин, заходим, да. Тут мозга заходим. Делимый тормозной диск. 100 баксов. Количество 1. Берем. Супа тормоза берем. И что еще? Мне колодки берем. 40 баксов. Все как бы. Взяли так. Потом мы взяли, можно продать это. Вот тут взяли. Взяли. А ничего не будем ставить. Не ставить, короче, ничего не будем. А дальше забивать. Так, ладно, пока ничего не ставим тогда. Смотрим, ищем какие-то проблемы. Все-таки есть проблема еще. Какая? Другая тяга полностью полетела. Сейчас затем в шоке. Как-то не знаю, как добраться, ладно. Фак. Что с ним? Нет подвеска. Нужно снять его, не знаю, эту подвеску. Полностью, рама полностью. Подрамник. Рама первая, не полностью. Ох, конечно, очень плохо. Так.
Просто надо купить колпак, ступицы колеса, колпак начал. Так, ступицы колеса, главный магазин заходим. Колеса 10 баксов, нормальная цена, вообще шикарно. Дальше подвеску, видим подвеску какую-то белую, палка и ручная передняя, да, это по-моему 500 баксов потратить. Ну ладно, сейчас посмотрим, это не это. Чего на что ли? Так что мне сайлент блок надо? Балка, балка. Передняя, передняя балка, так понимаю. Балка, балка. Перечная. Короткая. Вот не короткая, да? Балка, ну нет. Продадим. Короткая надо, передняя короткая. Вот. Балка поперечная, передняя короткая. 80 баксов. Так. И сэм. Хоп, надо еще. Нижняя под нижняя подвеска, нижняя. Серьезно, серьезно, да. Так. Нижняя подвеска, так. Инбок. Мой наконечник. Так. Нижняя подвеска. Нижняя подвеска. Нижняя подвеска лечит в один. Одна. Нет, два, наверное. Ходим пока. Идем, короче, да, за ней. Теперь дальше. Мы тут купили. Так. Сайлентблок. Нападать. Сайлентблок. Точнее, под нижнюю подвеску тоже нападать. В принципе, все, как бы, да. Наконечник, надо снимем туда. Надо продадим его. Сюда. Колесо же, ну да. Надо как надо, как у тебя. Ладно, снимаем колесо. Понятно. Все. Как будто мазач надо. Не особо стоит. Нужны колодки. Нет, тут нет колодки еще. Теперь так.
Так, ладно. Ладно. Не будем. Давайте, да. Это я. Это рейка. Так, первое, что нам надо? Так, первое, смотрим. Видишь, когда нам нужен уже мем. Подать тоже, так. Мем. Пак купицы. Так, сейчас хотим платить купак. Ищем. Ищем колпак. Ступицы колеса. Колпак. Ступицы колеса. 10 баксов. Так, дальше. Так, что дальше там? Получим. Так. Давайте нам надо так, колпак ступицы колеса в нем тут. Купили. Тяга, две штуки. Другая тяга. Это две штуки я берем. 600 баксов. Типа это нормально, 600 баксов. Дальше. Дать мне другую тягу. Пятая рейка. Дальше за пятая рейка. Америка. Берем времени. Есть в этом, да. Сколько? Ого. Дорогая тут эта рейка все-таки. Да. Ну, так, вот это. Дальше идем. Вот здесь. Дальше смотрим. Блок. Сайлент блок еще. Ну и тебе это надо найти сайлент блок еще. Сейчас ищем. Блядь. Да, где этот сайлент блок? Вот сайлент блок, количество 1 на 2 бакса показывает. Я пока победил сайлент блок. Нет, нет. 1 бакс, да. Еще там не колодки. Да. Что я не забыл. Глаза заходим на дело. Глаза где заходим?
сколько? 400 баксов. Берем. Вводим. Чего хочешь? Что-то взяли? Это два, и то нормально. Дальше может быть. Снимали вот палка, купили, что-то видели, фоткали. Так, ребята, ну что же. Будет что же сейчас? Так. Бог, еще бы это на Саленбоке заменить. Он в Саленбоке. Ребята, заменяем. Все. Да. Надеюсь, здание кого-нибудь. Саленбоки 5, блин, а напрямую было 1. Надо было много, а то 1. 4 саленбоки. Понятно. Сейчас хотя бы быстрее там купим. Блин, заходим. Четыре, так. Берем блока. Так. Это. 5, 0, 5 баксов. Еще по-моему, значит. Все, погнали. Так, сейчас снимаем саму раму. Да, там сейчас посмотрим. Сейчас, ребята, все посмотрим. Короче, блин, так. Меняем оба. Это надо бы снять балка. Начиная. Передние коротко. Снимаем. Сейчас смотрим. Так, что? Сейчас можем выпустить машинку. Двигатели покопаемся пока там. Ой-ой-ой. Блять, вообще. Постановите просто. Нормально, ребята. Понятно. Не, нормально, мне больно. Ставим ее. Отставим. Опа, да. Да. Так, ладно. Да, это не нравится.
воздушный фильтр что-то мне не нравится. Нормально. Далее мы ставим. Ладно, поднимаем еще. Понятно. Ё-моё, да, что у нас? Вау, да. Всего хорошего. Говорит. Хорошего. В общем, я так понял. Всего хорошего. Нет, в смысле. Да. Это в шоке. Тут прокладки всякие, все надо менять конкретно. Я снимаю вот эти, блядь. Нормально с ботом за. Поэтому нужны колодки. Задний. Сейчас мы купим. Что? Уже. Сейчас. Что хочу для этого пить? Мост. Бог начал где-то две штуки. Штуки есть две. Штуки так взяли. Купили, в принципе, знаете. Блять. Дальше идем там за. Дальше. Из неколодки. Где? Так. Стоп. Так, кстати, за тут.
Так. Там только задний мост видный. Дальний мост не подвижен, да. Мост не подвижен. По-моему, этот... Так, дай посмотрим. Да. Так, так. Идем менять, в принципе, блин. Да. Начинаем снять сейчас дальше. Страшно. Блять. Хотя. Да. Ну я тебе сами запущу. Только опять. Да, блин, что-то мотающий меня интересно. Да. Блять, сейчас что, занимайте. Да. Бежим, покупаем опять. Видел там. Это нужно количество один. Так, дальше все ходим. Так, опять. За ней вижу будущий мост. 145 баксов. 101. Все дальше, в принципе, сейчас дальше. Так. Все. Уходим, в принципе. Так, а там что-то стоит. Все как бы, да. Выпадает. Все, в принципе. Сейчас мы тогда будем собрать машину. Так, много деталей. Куча новенький. Чем там не сидела, ставим сзади. Тоже маленький еще на немуха не сидела вообще. Повсюду такой. Стоял. У кого-то новенький. Пылесос ставим. Чем побыстрее тогда? Сейчас ставим это. Обязательно. Так, хорошо. Ставим задний неподвижный бегущий мост, ставим новенький тоже. Забыстрим тоже. Мост ставим неподвижный задний. Так, ставим диск. Так, новые разные подписки ставим. Новый супер, супер задний.
все, в принципе, ребят. Так, в принципе, все, да. Вот впереди ставим все, как надо будет. Ставим, ставим. Палка, попереченная передняя. Колодка. Палка, еще будет когда-то все. Палка ставим. Там, кстати. Там сами блок. Еще раз. Немного включено. Все, все, уже сейчас уже без не отвалится балка. Линия короткая, в принципе. Нижняя подвеска. Подвеску отдельно. Включаем. Заставим не новенькие, а поношенные еще. Еще можно, короче говоря, еще можно ездить. Это... Так. Я заставил учебу. Конечник новенький, чтобы мы не сделали. Дальше ставим колесо. Крутим по быстренькам. Так. Упало. Так, ставим. Диск новенький. Чинок. Кирилл, мы можем писать, да. Да, это потом не так. Да, крутим. Так, спутницы. Поставим. Засильно. Дальше ставим. Скручиваем. Так, давайте. Конечно, там рабочие. Да, сейчас само колесо. Вот это все. Помните, еще я не поставил. Ладно. О, тут не поставили. А-а-а, думаю. Блок начал ставить. Его закручиваем. Все. Как же все сделаем? Наконец-таки вот и все. Чистим машину нашу. И сдаем. Кровать защищаем. Видите, теперь все нормально двигатель. Без было проблем, ребята. Он сдал, конечно, либо это ужас, ужас. Ой. Я не понимаю, я же заменил все. Где эти супер тормоза? Где? Ну, зеленый все. Кто не справит? Странно. Эти новенькие купим, цены бог, ё-моё.
Рынбок. На новенький, ну что? Что-то еще не поставил, значит? Не понимаю. Это странно. Понимаю этого. Что за фокусы горят? Ну что дальше? Откусим, посмотрим еще. Что же за меню? Что хотите от меня? Да, все новенькое, что надо еще. Все новенькое 100%, по-моему. Пойдет кутим 5 колесо. Что же тут дело? Я просто, знаете, я просто в шоке. Что за баги? Всем именно нормально. Тут проблемы тогда. Как оно странно. Нет, потом это нормально. Теперь мы как диск. Муза. Что тут будет? Да, как не секретно, в общем. Как-то муза. Просто я допущу. Ну, купим, ё-моё. За. Так, потом заботим за. Что за баг, в принципе, ребята? Бля. Пайм. Меняем, что делать? Да. Что будешь делать? Я тут... Я тоже пойду, пошли непонятные. Ё-моё, я же заменил. Ну что еще, ё-моё. Нормальный диск, что вы хотите, ё-моё. Обычно так. В чем делаем я? Точно это, блядь.
Ну, диск, ну нет. Да. У меня колодки это еще не вспоминены у меня. Что за странность? Что это такое? Чё не принял? Вот, ё-моё. Уже все занял, всё. Да что ты можешь делать, блин? Да все нормально, еще раз. Снег колодками, я же изменился. Ну, слышу, все нормально. Вот мне кого-то. Так что? Что не хотят, ё-моё? Что шо это? Что они тут хотят, да? Боже, новенький. Переставить, ну, новенький, все новенький. Там знаю колодки, но. Что надо будет, ё-моё. Это же бактерию, что ли? Там колесо. Ну нет, мне как раз странно, ребята. Коснило, это заведем. Блядь. Что ты будешь делать, а? Все нормально, блядь, котки. Что надо? Там колесо. Скручиваем. Все как бы? Не понимаю я. Это вообще. Почему собака можно? 100% это для колодки. Все как бы. Я не понял, ё-моё. Баги пошли, ё-моё. Стоит тут сука-то мазами. Стоит все. Телеметровозной диск. Ой, блин.
Я так просто в шоке. Такой еще бага не будет. Это баг, по-моему, да? Все же есть. Не понимая этого. Нормально. Что еще? Так, ставим, ставим, ставим. Прикиньте, сейчас две проблемы. Ай, ё-моё. Тогда это будет заменим. Почему я так делаю? Так, понял. В общем. Блин. Это я шут. Так, у меня еще не было этой херни такой. Ставим. Да, хидродена. Сайлент блок. Теперь за его сейчас искать. Е-мое. 100%. 100%. Ну, новое не заставили, да? 100%. Сзади тогда это будет. Ну, тоже стоит маленький. Центр. У тебя какой-то дурдом, в общем. Дурость такая, а. Короче, ребят, чё за херня вообще? Нету я, ну что я? Погодите. Ну 100%, да. Стойте, 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 ещё одну ручку. Опа, ну. Я хочу снимать сайлент блок. И заменивать сайлент блок другой. Что ты будешь делать? Покупаться один бок, в общем. Конечно, заказ, конечно, стрёмный такой-то. Непонятный, в общем. Сам говорит, называется, сам догадайся, что. Да. Один бок. Надо два. Да. Так. Ладно. Далее. Здесь поставим его так.
Разве в это задание догадайся сам, что тебе надо, в принципе. Нет, что пустить. Поднимается. Опустить мне ее надо. Ё-моё. Уже сейчас будет нормально, по подвеске, по ходовой будет нормально уже. Все, ребята, все, наконец-таки! Забираю свою тачку. И радуйся, работаем. В принципе, ладно, забирай, все. Запиши закатывать. Так, нормально. Что сделали вообще? Какие бы это все простите, как вы сами себе на полностью сделали эту машину. Это, знаете, догадайте, в общем. Вот, 13 тысяч, ребята, баксов имеет. Прикиньте, нормально, вообще бы это красава. Так. Что я могу запутировать? Где мы записали, нахуй не нужны. Ну, если мы не можем пока смонтировать, я не буду собирать, знаете, это продам все. Я наберу эти детали до хера, и до хера, и не и больше. Сейчас я им наберется с деталей. Так, ладно. Какие-то деньги, копейки какие получу. Ладно, все тогда, ребята. Ребята, все, ноте, ребята, будем тогда, ребята, на этом, ребята, заканчивать, ребята. Вы внизу только себе подумали. Всем пока, всем пока!